ДТП произошло в 8 часов вечера при спуске с Мамайского перевала в Дагомыс на повороте в Нижнюю Шаумяновку. На картинке с камер уличного наблюдения хорошо видно, что белый автомобиль лихо пересекает сплошную. Как результат, водителю не удалось завершить свой маневр без жертв. Он врезается в отбойник, потом в другой автомобиль. Машина виновника ДТП загорелась. О пострадавших пока ничего не известно.